подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Legend of Grimrock. Мы находимся на третьем уровне. Здесь не очень гостеприимные хозяева, то есть пауки. Очень много секретов и головоломок. Сейчас я открою эту дверь, и у нас будут проблемы, я думаю. По крайней мере, будем стоять тут, и если что... Подожди. Блин, успел рвануть. А, так, ну давай тогда. Так, все, хорош. Нужно отдохнуть, а то у нас сигалка-то уже довольно некомфортно себя чувствует. Я думаю, пока лечиться не будем, потому что жизнь не так уж и быстро убавляется. Может, успеем назад вернуться к лечащему камню. Хотя дорога там через эти порталы, так что это, возможно, будет проблемой. Ладно, сначала мы разберемся с этими сволочами. Давайте посмотрим, как они действуют. В принципе, неплохо. Давай уже что-нибудь. Так, у Виллиса проблемы. Виллиса чуть не сковырнули. Сколько их там? Там натурально паучья нора. У нас его, кстати, второй раз уже заражают. Может, у него какое-то сопротивление нужно поднять? Что-то он оттуда-то не способен. Давай. Так, тихо. Чуть-чуть подлечимся еще. Там их 4 штуки, я так понимаю. Если бы я туда зашел или начал их вытягивать в другом месте, то я, как правило, не как правило, а почти наверняка погиб бы, я думаю. Что-то у сигала жизни-то больше не прибавляются. Но и не убавляются. Может, ему пожрать просто надо из-за этого? Да, и жизни пошли. То есть они вылечиваются со временем, понятно. Не так страшно этот яд, да, проходит. Хорошо. Давай еще одного сзади. Ох ты, посмотри, что это было. Смотри, опять сигал траванули. Ну-ка, давай-ка поспим. Сигал травится со страшной силой. Что с ним не так? Ну-ка, у тебя очков-то нет. Но у тебя защиты-то особой против этого нет. Да, это печально. Ладно, давайте еще полечим. Один остался. В принципе, я думаю, это будет не так уж и страшно. Давай, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Ну. Так. Зачем я его попытался пайковым ударить, я не знаю, но... Ну ладно. Так, теперь у нас двое планулись. И причем Виллис еще и жрать хочет. Ну, Виллиса-то мы от этого вылечим. Так, хорошо, теперь нам нужно поотдыхать, пока вся эта гадость не пройдет. Я, пожалуй, выключу запись, чтобы вас не утомлять этими постоянными Как выздоровеет, короче, Виллис у нас, мы продолжим. Так, все здоровы. Это прекрасно. И теперь давайте смотреть, что мы тут можем сделать. Ну, естественно, мы можем провести небольшую дезинфекцию. То есть вот эту погонь выжечь. Тут сразу два вряд стоят. Пакость какая. Я надеюсь, отсюда ничего не полезет, потому что они что-то какие-то подозрительно большие. Так, все. Отлично. Второй ключ у нас. Отлично. Факелок. И меч. Что это за меч?
Сила атаки 14, у нашего 9. Ну, естественно, делаем вот так. А этот меч выкидываем, похоже. Мачете. Скорость 15, скорость 15. Да, пусть лежит. А что еще тут можно выкинуть? Что-то такой бардак, это какой-то кошмар просто. Давайте вот это выкинем. Коробка, конечно, это хорошо. Давайте мы в коробку сложим всякие драгоценности. Так, пусть порядок будет. Это мы выкидываем эту рванину. Череп один выкинем. Все хорошо. Теперь посмотрим по стенам. Вроде как ничего тут нет. Подожди. Это мы даем тебе. Нет, не тебе. Почему я тебе это хочу все время отдать? Это мы даем. Блуд дроп. Подожди, у меня такого не было. Используется для темных ритуалов, написано. Ладно. Прикиньте, вот. Блин, какая пакость. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Понятно. Так, у нас два ключа, нам нужно возвращаться. Тут мы пожертвование сделали в прошлой серии. Или в начале этой, я уж не помню. Так, тут у нас опять паучки. Эту дверь, если что, не закроешь. Поэтому мы сохранимся. Это может быть сложнее. Хотя, давайте-ка мы посмотрим. Тут у нас, по-моему, где-то поблизости была дверь, которую можно открывать-закрывать. Вот она. Если что, если их там много, мы сможем сюда отступить. Так, один готов. Никого не слыхать, но все же давайте отдохнем. Почаще отдыхаем. Береженого Бог бережет. Так, все. Сига у нас огребает что-то по-страшному. Постоянно причем. Надо ему... Я даже не знаю, что ему надо. У него показатели, в принципе, неплохо. Не знаю. Чего им не хватает для счастья. Ну я, наверное, изначально неправильно навыки распределил просто. Я же как-то для балды это делал. Ну, блин. Просто не попал. Да твою дивизию. Все, это было довольно просто. По одному они уже, то есть, серьезной опасности не представляют. Конечно, Сигала опять ранили. Но больше тут вроде никого нет. Так, подожди. Сюда ничего нельзя вставить? Ну, ставить-то можно, в смысле, а в секретике. Возможно, сюда. Тоже ничего не дает. Да, что-то тут не густо на секретике. Или может мне и туда, и туда, и туда нужно вставить. Не знаю. У нас просто была, похоже, головоломка, как вы помните, наверное. Вставляешь во все три, и что-то срабатывает. Но тут ни малейшего намека пока что нет на какой-либо. Так, у меня есть вообще три. Давайте попробуем. Нет, ничего не дает. Ой. Хорошо. Да нет, и сюда нет.
Блин, сколько тут всего, а? При том, что, прикиньте, мы в начале с предыдущей серии видели уже выход с этого уровня. Но чтобы туда попасть, нужно таких проблем сначала огрести. Офигеть. Кто-то идет. Нет, никто не идет. Почему я все время отдаю это тебе? Так, вот ему. Все, давайте, пускай Сигал полечится. Он у нас излечился, то есть от этого яда. Теперь ему нужно поднять маленько жизни. И продолжаем. Я вообще думаю, что нужно будет выключать запись, пока я сон включаю, потому что это не самое зрелищное мероприятие. Сон, когда на экране секунд 10 буковки Z и больше ничего нет. Так, подожди, факел у нас все похоже. Держи новый. Так, давайте посмотрим. Здесь, в принципе, осталось вот это вот место, сюда пойти, а так мы уже... Вообще, вот выход. Но, как мы увидели, после этого нам пришлось вот это все пройти. И тут, причем, еще головоломки были вот эти. Это, по-моему, кошмар какой-то. Так, ладно, давайте продвигаться. Хватит сетовать. Оттуда я пришел. Понятно, очередной пазл. Паучелла. Так, как мне туда попасть? Ой, блин, опять вы. Я и за той стеной слышу. Так, ну что? Паучок-то у нас здесь, по идее, должен быть, да? Или нет? Тихо. Не нервничай, парняга. Давай. Что, запутался, что ли? Ну, блин. Ты тупой такой. Так, хорошо. Смотри-ка, мне когда говорили, что через несколько уровней жрать будет нечего, я не думал, что прям так буквально жрать нечего. То есть жратвы вообще не выпадает, да? То, что вначале запаслись, вот это вот, у него то, что есть, это нас, похоже, еще будет несколько уровней тащить. Поэтому еду надо экономить. Так, хорошо. Подожди. Можно вот так вот пройти. Сюда. Но время ограничено. И тут сразу, конечно же, вот это может быть опасно. Так. Да, блин, ты посмотри, что творится. Какой хрен я вообще это делаю? Да, я просто запутался. Как обычно в критичные моменты я запутался. Ну что, так вы остались? Да, мне хана. Если, конечно, я не успею убить его. Геймова. Так, ну что, фейсхагер? Надо с тобой что-то делать. Почему у меня такая плохая сопротивляемость к яду? Это же какой-то кошмар. Подожди, я тут... Я ж тебя убью. Хорош. Да блин, просто сдохни. Так, подожди, где я нахожусь вообще? Неужели это последний сейф? Ну-ка, подождите. Так, ну что, давайте попробуем по новой.
не так уж оказался и давно я сохранялся, потому что прошел я до сюда минуты за 4. То есть надо было по-новому просто убить еще одного паука, который... И все. А теперь что мы делаем с вами? Вы, надо сказать, меня просто разбираете. Ну, я в прошлый раз еще сам, конечно, запутался, запаниковал. Так, тем более у нас факел догорает опять. Так. Так, поставим. Давай что-то тебе прокачаем. Я даже не знаю. Огненную магию. Так, так. Вот так. Короче, у нас будет огонь идет. Песня, да, и пламени. Так, сохраняемся. Теперь, я надеюсь, ты будешь побольше урона наносить. Да, собственно, давайте по-новому попробуем. С этим врагом, я думаю, будет довольно-таки проблемно все это сделать. Ой. Надо одного же самое чисто лечить было. Ну, ладно, так смотри. Давай, давай, братья. Тихо. Про меня просто поспать. Ну, конечно же, да. Это с вами просто разбираюсь. Так, ну-ка, как на тебя действует, ёб? Ну, сейчас меня увидели, конечно. Я не смогу попробовать. Нет, я рад. О, блин, с тобой придется попариться, братья. Ну, я маленько остается. Интересно, а как вообще зелье использовать? То есть, понятно, что... Ну-ка, сейчас попробуем. Вот, допустим, у нас два зелья лечения. Вот они у тебя будут, скажем, вот здесь. Тогда ты сможешь, скажем... Или не сможешь ты их лечить? Нет, не сможет. Так, ну щит уберешь, он защиту ослабит. Блин, как же мне-то эти зелья лечения так неудобно расположены. Так, ну пусть у тебя одно будет. И у тебя одно. И лечитесь. Блин, это будет проблема еще та. Я не знаю, прям натурально. Получится, братюнь. Так, я тут. Давай, пошел. Давай. Да, блин, не промахивайся в такие критичные моменты. Блин, убили. Прощел. Да, ёлы-палы. Фу, так. Да, мне нужно что-то сделать своими пальцами. Я просто не успеваю все это делать. Там еще один идет. А назад я вернуться не могу, чтобы сходить к камню, который бы меня вылечил. Давайте пустите хотя бы отдохнут. Да, это серьезные проблемы. А сейчас еще один придет, я не выстою против него. Конечно, можно будет потанцевать вокруг него, и тогда это получится, но... Ой, ладно. Так, тут много ходов вообще нет. Мне стоит грузиться или не стоит? Нет, похоже, это просто комната. Ну-ка. Ты закроешь сейчас, нет? Да пофигу, если закроется, откроем. Давайте сначала сходим к своим этим, к камню лечения. Так, сюда нужно что-то положить. Что у тебя там есть? Вот это пока положи. Так, ну ладно, хорошо, без разницы. Ой, блин, да, это третий уровень даст нам просраться еще, похоже. А что же будет дальше? Люди говорили, что там девятый уровень, там вообще кошмар, что творится. Мне пока что и третьего хватает. Но, как говорится, сложностей не боимся. Да, мы от них огребаемся, но мы их не боимся. Прорвемся, не впервой. Так, хорош. Забирай свой сюрикен. Да чего лечилки неудобные? Это какой-то кошмар. Притом их нужно использовать во время боя, потому что между боями-то смысла в них особых нет. Можно просто нажать кнопку R и отдохнуть. Поэтому какая разница? Зачем они вообще нужны тогда, эти лечилки? Так, теперь мы можем сохраниться. Теперь у нас все хорошо. Ой, блин, это место начинает меня убивать. Ненавижу вас, твари.
факел. Факел нам пригодится со всей определенностью. Вот, хорошее место для драки. Давай, один на один. Один на четыре, конечно. Но ты понял. Давай, иди сюда. Мужчина. Уважаемый. О, ползет. Давай, пошли. Вильюс у нас, как обычно, быстрее всех. Хорошо. Так. Закройся. Что тебе еще поднять? Ты у нас, в принципе, и так сейчас самый лучший воин, потому что Сигал что-то, блин, меня расстраивает. Но вообще Сигал у нас какой-то не такой. Тебе нужно поднять мечи. Броня у тебя и так неплохо. Давай мы тебе поднимем еще мечи, тогда у нас здоровье плюс 5 будет. Хорош. Так, ну и здесь... Давайте вот так. Вот так сделаем. Хорошо. Так, Сигала опять... кондрячит эта фигня. Она его может убить. Вообще, по идее, серия уже скоро заканчивается. Но, я думаю, успеем еще осмотреться. Блин, что-то секретиков стало гораздо меньше. На первых уровнях прям через каждый полметра было. А здесь, ну и сложнее их, соответственно, будет заметить, потому что там они как-то... Ты постоянно заострял на них внимание, а тут думаешь, что их мало, но на полу что-то лежало. Не думайте, я видел. Сначала я посмотрю стены. На стенах ничего. На полу у нас какие-то грибок. Это что? Жук какой-то. Жуков жрать будем скоро, значит. Хорошо. Давайте, кстати, его пусть сожрет наш бич. Бычий потрох. Так, где он у тебя? Блин, я все парюсь, простите меня. Так, поел. Кто еще голодный? О, Сталлоне-то у нас проголодался. Давайте Сталлоне мы дадим этот грибок. Интересно, не траванется с него? А, вкуснейший гриб. Это, наверное, как белый гриб. Хорошо. Сталлоне у нас вкуснятину поел. Отлично. Сохраняемся. Идем смотрим во вторую сторону, что же у нас там есть. Тут, мне кажется, сейчас драка будет. Перчатки. Перчатки защиты плюс 2. Ну давай, надевай. Может, тебе подойдут они. Хоть какие. Тихо. Там еще паук. Или нет? Берем это. Пригодится. И где-то здесь поблизости у нас пауки, понятно. Давайте сначала тут посмотрим. Это, я думаю, сейчас эти соединятся... А, нет, смотри. Хотел сказать, соединятся коридоры. Так, секретов не дать. Да, они в итоге соединяются, похоже. Где-то спереди паук и сзади, прям за нами паук. А вот и паук. Это больше, что ли, какой-то? Или нет, такой же. Блин! Давай, ну что ж ты... Что ж ты делаешь? Ирод, бросок! Ой-ой-ой, блин, надо отступать, надо отступать. Так, все, один кто-то пытает. Фу, отдыхаем пока тут. Я не думаю, что догадается сюда прийти и меня покарать.
Оба траванулись, отлично. Два сразу — это не очень хорошо, поэтому мы лучше будем потихоньку, помаленьку справляться по одному. Так, давай Сигал. Сигал что-то ловит по-страшному. Сигал у нас слабое звено. Так, ну. Хорошо прошлось. Ладно. Готов. Отлично. У Сигала прошел яд. А к нам, по-моему, еще паучата идут. Давайте отдыхать. Так, отдохнули. Что нам? Я не знаю, что тебе поднять, Сигал. Ты у нас огребаешь. Давайте мы его, может, поднимем. На пятерке тут у него будет выживаемость плюс 2. Поэтому мы поставим вот так, и тут у нас будет на пятерке вернее, здоровье плюс 10. Да и вообще нам нужно прокачивать ему броню, потому что он что-то меня, честно говоря, не радует. Вот так вот пускай будет. Может, теперь ему станет полегче. А то он что-то у нас... Ой, блин, не грузись. А то он у нас вообще какой-то нежизнеспособный парень. При том, что я еще сам парюсь с управлением постоянно. Что-то мне не нравится этот уровень. Так, он бежит. Ты один там вообще, нет? А в этот раз плохо пришлось Виллису. Сейчас мы убьем даже. Да-да-да. Что-то кошмар какой-то. Надо мне отдохнуть, похоже, уже. И перерывчик сделать. А то меня что-то просто начинает разбирать. Так, ладно. Отдыхаем. Так, ну ладно. Сбегал я, подлечил нашего Виллиса. Благо тут не так уж и далеко. Хотя кажется, что вот это вот все обходить, это... просто страшно. Тут же у нас лечилка находится. На самом деле это очень быстро проходится. Ну и что, давайте на этом прекратим эту серию. Я что-то уже начал подуставать от этой игры. То есть не от самой игры, а вообще подуставать начал. Как вы видите, начал совершать критичные ошибки. Я и так-то небольшой спец в такого рода играх. Но сейчас что-то вообще как-то уже вот под конец серии меня начали убивать просто по глупости. Так что отдохну пару-тройку деньков от этой игры, да, собственно, потом продолжу записывать со свежими силами, и я думаю, все у нас получится, потому что, в принципе, игра-то крутая, и игра доставляет. Как бы там ни было, увидимся в следующих сериях, с вами был Артур, всего хорошего, пока-пока-пока.